Тем временем ОБСЕ собирается направить в Украину 500 своих наблюдателей. 350 из них будут мониторить ситуацию в Донецкой и Луганской областях. Об этом заявил замглавы миссии Александр Хук. Он добавил, что еще не все наблюдатели приехали на восток Украины. Комментируя развитие перемирия, Александр Хук отметил, оно соблюдается не везде. В Дебальцево под Донецком и Мариуполем они зафиксировали боестолкновения и артиллерийские залпы. Впрочем, отметил Хук, инструментов влияния на противоборствующие стороны у ОБСЕ нет. Задача мониторинговой миссии исключительно наблюдать за отводом войск. Всю ответственность за выполнение минских договоренностей в ОБСЕ возлагают на подписантов минских документов. Да, это те люди, которые поставили подписи под Минским договором и которые ответственны за введение в действие этого перемирия. И там есть люди, которые отдают приказы. Все они отвечают за имплементацию этого договора, а не ОБСЕ. ОБСЕ, как всегда, готов наблюдать за введением в действие этого перемирия.